солирующего духового инструмента. На этот раз вот параллельный мир. Да, вы говорите, параллельный мир. Некоторые здесь, в зале, некоторые там где-то в Петербурге, некоторые в Москве, некоторые в Нью-Йорке, а некоторые с небес на нас взирают. Только что были здесь, вот на этой сцене, а теперь на небесах. Композитор София Левковская. Произведение называется «Не для Чехова». Исполняет Александр Осколков. Когда у вас собачка и невеста?